Да, а что-то не получилось. Маша, Даша так делают, мама, у меня не получилось. Что почему-то. Случилось? Посмотри на ребенка. Да, она себя боится, по-моему, в зеркале. А где-то Николь пропала на пару минут. Тишина. Тишина. 5 минут тишины чего стоит? Достала отсюда косметику Машины, Дашин спонжик, да, для лица. Мы с Ирой там в зале сидим, общаемся. Она приходит, говорит, о! А я не могу понять, почему сажа? Мы же вроде бы не топили. Вот, как ты делала? Как ты сделала, Николь, покажи. Расскажи, как ты красоту сделала? Она расстроена, она себя смотрит, говорит, не получилось почему-то. Да. Она в зеркало на себя смотрит. Не получилось. И что случилось? И такая стоит, как бы, да ничего. А как ты делала, покажи. Как ты делала? Я? Что ли? Она себя в зеркало видит, и она расстраивается. Видишь? Да. Это что за Кузя? Домовенок? Слеза уже есть. Не получилось ничего. Домовенок, Кузя. Не получилось. Откуда ты взялся? Ладно, давай, папе. С какой дырки вылез? Все, умывайтесь. Даша будет рада. Да. В прошлый раз ее спонжиком она попу вытирала голую. В этот раз она Машины тени для бровей использовала. Таких у нас еще не было. Не, Николь вообще дает нам... Да, просраться, как говорится. Удает нам просраться. Все, умыли Лялечку. Ляля теперь красиво играется с Кирой. Они, кстати, очень похожи, Кира с Николькой. Тоже такие лохматые. И Кира была такая лохматушка в детстве, кучерявая. На Никольку была чем-то похожа. Такая же шустренькая. Ну, похоже, прическа и лицом. Да. Лицом, только носик другой. У тебя маленький такой аккуратненький, курносенький носик. И ты такая шустренькая и такая артистичная. А потом застеснюшкалась. Чуть-чуть подросла и застеснюшкалась. А была такая без комплекса вообще. Канал открывала папе. Да, открывали с папой. Мы вообще не собирались открывать многодетный канал. У нас было 5 детей, когда мы открывали канал. Мы даже никому не хотели рассказывать, что у нас 5 детей. Мы выходили на моря, вообще скрывали, что у нас 5 детей. Потому что... Если бы мы знали, что будет такой буллинг в сторону многодетной семьи, я бы и дальше бы не показывала бы детей. Однажды показала, хотела показать, что красивая такая картинка, 5 детей, красивая семья. Не такая семья, как обычно воспринимают многодетные семьи. Думала, будут смотреть, вдохновляться. А мы будем ломать стандарты многодетной семьи, что это совсем по-другому, что это классно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, это я начиталась комментарии, меня немножко взбудоражило непринятие мыслей некоторых людей. Возвращаемся на кухню. Время обеда. Тут я уже замочила горох. Он сейчас сварится. Бульончик. Тут бульончик у меня. И у меня есть копченое мяско и копченые колбаски. Сейчас нарежу лук. Морковку натру, обжарю, добавлю картофель. И сделаем гороховый суп. Гороховый суп у нас любят в семье. Все! Кто такой красивый приехал со школы, куколка моя? Спрашивает, где бабушка. Сегодня утром приезжала бабушка, на полчаса заехала и уехала. И Оля думала, что бабушка ее дождется, да? Хотела с ней побыть, соскучилась сильно. Ну, приедет. Как-то будет свободное время, она приедет обязательно. Раздевает. Тут такая красивая зажарка для горохового супа. Люблю супы гороховые, такие не жидкие, а такие густые, насыченные. Поел Валера и полетел, на завод. На завод, которых нет у нас заводов. Я вот хожу на работу. Вот прилетел. Там просто смешное видео у Валеры про гороховый суп.
Валера Ван, Инстаграм, кто еще не подписался, заходите, подписывайтесь, ссылка там где-то выйдет, я не знаю. Лайфхак, как вдохновить мужа на работу не идти, а лететь прям. Быстро, никогда не опоздаете. А когда я так зашел, кое-что могло купить, первым делом вдруг закончилась туалетная бумага. В общем, надо ехать метро. Я так понял, что буковская бумага, что только в метро есть. Да, поедем метро. Надо будет ехать. Я там что-то еще хотела посмотреть. Потом, были скидки, я купил там. Забыли мы давно. Все, жидким хочется иногда разнообразия. Кинуть капсулу. Соблазнился на скидку, да? Да. А это вот я даже вернулся. Ну, давай, я сначала купил все, потом такой пришел в машину, такой, блин, забыл самое главное купить. Орешки. Ты на что-то намекаешь? Это человек просто заслужил, я не мог. А что надо заслужить? А что надо заслужить? Нет, это не заслужить, это просто человеку приятно. Спасибо. Это просто знаки внимания. Шла, пирожок нашла. Шла, увидела, вспомнила, купила и принесла. Спасибо. Даша очень любит, кстати, этот шоколад. И посмотри сюда. Это я... Кому она там помогает писать контрольные, Даша любит вот такой шоколад. Да. И полный, полный. Мандаринки. Ой. Сейчас расскажу лайфхак еще. Сейчас, секундочку, перемешаю. Расскажу сейчас лайфхак. Валерию вот не жалко, лайфхаком бы это. Закажу, иногда смотрю мандарины, когда там есть, все, я покупаю, сейчас посмотрю, как это сверху насыпаны какие-то мелкие. Мелкие я не буду брать. Посмотрел. Вдруг там еще где-то так в стороне так стоят ящики мандарин, тоже сверху мелкие. А ящик стоит на ящике и на ящике. Нормально. Уже следующий ящик. Знаешь, они насыпают так как-то. Вот сначала такую некондицию, а потом ящики хорошие. Угу. Оттуда набрал. А потом это тоже убрал. А внизу самые. Зачем ты это рассказываешь? Вот такие вот. Давай, распечатай, посмотри. Посмотрим. Сейчас. Покажи. Посмотри. Я таких, я всяких набрал, в общем. Вот это в самом нижнем ящике, вот это в самом верхнем ящике. Так что, друзья... Зачем ты это все рассказываешь? Потому что ты добрый, позитивный и хороший. Я потому что делюсь. Как? Добром. Так что смотрите ящики. Делитесь добром. Да. Информация это вообще очень дорого стоит. Эти лайфхаки, да, все такое. За это деньги берут. Валера деньги не берет. Валера добро отпускает, и оно ко мне возвращается. Да, точно. Так что делайте добро, и оно к вам вернется с строителем. 100 раз. А самое страшное, когда люди делают добро, бесплатно, да? Но они хотят взять плату. Как это получается? Я даже не знаю сказать. Когда дают бесплатно, но ждут отдачи или что, я не знаю. Это такое, знаешь, в Библии там написано, фарисеи еще какие-то. Вот они делают, потому что надо сделать, но не от души, знаешь. А потом за это добро начинается... бесовская расплата. И страдает тот человек, который взял это бесплатно. И если вы не хотите сделать доброе дело бесплатно, лучше не делайте, потому что страдаете и вы, и тот человек. Зачем это надо? Вообще, не надо. Лучше не надо. Вообще-то это неправильно. Хотите что-то сделать, скажите, это стоит столько. Скажите цену, что взамен. Оговаривайте сразу. Да, если вы хотите я же сделал добро, а вы его не помните, вы мне не кланяетесь. Да, есть такие люди, которые тебе что-то сделали, а ты должен каждый раз кланяться. А я ж тебе сделал. А есть люди, которые сделали, молчат, а ты хочешь его благодарить, ты его вспоминаешь, ты говоришь спасибо, я тебя помню, я вообще от души тебе благодарен, я за тебя буду молиться, чтобы у тебя было все хорошо. Это так, от себя. Дети прибежали на мандаринки. Да, мандаринки будем.
Хорошо, налетай на мандаринки, детки. А, Маркуша, ты уже тут, как ты успел так быстро? Как-то он там. Я тоже даже не увидела. Кто о, увидел, как где? Марк взял мандаринку? Я даже не заметила. Напишите, на какой, на какой минуте. Это как надо успеть, а? Марк, расскажи, лайфхак. На монтаже все будет видно. Да? Хорошая. Вкусный, да? Вкусный. Дети, налетай, где вы там все? А, Оля, вещи ж я не выдала. Сейчас я пойду Олю одену. Иду, иду. Холодный только. Холодный, осторожно. Холодильник. Вот такой у нас вкусный супчик получился и красивый. Зачем ты выталкиваешь стул? Это она хочет с вами сесть. Я хочу с вами, я хочу с вами. И, Кира, 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 осторожно, Дотя, чтоб ты не перекинула. Николь. Сядь, сядь. Ну ладно, иди. Ой. Все вздрогнули. Все вздрогнули. Как супчик, вкусно? Да. Смачного, детки. Марк, сало нужно? Нет? Да. Да. Да, по поводу воды, спасибо за ваши советы, что нужно немножко оставить стержень. Я уточнила у Люды, она сказала, что никакой стержень ледяной она не оставляет, просто размораживает и пьет. Есть какие-то исследования по поводу, как полезнее вода, вроде бы та, которая растаяла, она более полезная, чистая. А та, которая в конце, там осталась самая такая грязная, нечистая. Но вода эта, она у нас не из-под крана. Это вода чистая, профильтрованная из бювета. Так что не обязательно, я думаю, оставлять этот стержень. А так мне очень нравится уже пить воду. Мне ее хочется пить. Она мне на вкус вкуснее, потому что до этого я вообще пить воду не могла. Вот, не хочу воду пить, мне она невкусна. Сейчас, по крайней мере, я могу ее пить. Да, и также хотела уточнить, что я никого не призываю, не принуждаю пить такую воду. Я веду блог, я просто рассказываю о своей жизни, что я делаю, и делюсь своей жизнью, да, моментами жизни. А пить, не пить, это лично ваше дело. Хотите, пейте, хотите, нет. Это не мое дело. Моя жизнь, я рассказываю про свою жизнь. Как вы живете, это касается вас, и меня это не касается. Не хочу больше просыпаться. Почему ворчливая бабка Дашка пришла? Ты чё ворчишь? Я же говорю, бабка, это не про возраст. Пришла со школы и говорит, почему тапки под ногами, почему портфели на место не поставили. О, Маша, привет! Маша не бабка, Маша не ворчит. Идите кушать, там есть вам супчик. Расскажи про вчерашний вечер. Это я хочу Николь спать уложить. Она уже третий кусок хлеба таскает. Суп не хочет есть. А вот хлеб зашел. Ну что ж, я буду ее от хлеба отговаривать. Она уже третий кусок хлеба ест, представляешь? Хлебная девочка. Она пришла, меня потянула. Ля, привет! Она меня начала потом хлебом кормить. Она меня насильно начала кормить. И я почувствовала, каково быть ребенком, которого насильно кормят. Что там? Она мне предлагает. Ой-ой-ой, ну как вы там вчера, расскажи. Я тебя снимаю, если что, да? Ты не против? Против. Я не знаю, я уже третьему человеку рассказываю. Каждый раз, когда рассказываю, уже не так интересно. Вчера у Маши был первый показ. Эй, да ну бежала, такая красивая, мне что, потолок снимать? Первый показ у Маши был, наконец-то. Она показывала коллекцию бренда Манго, да? Или магазин Манго? Магазин Манго. А бренд? Да. То же самое?
Да, ну... Люди, поправьте, я сейчас не понимаю в этих там, брендах. Короче... Они прошлись по подиуму. Да. Среди зрителей, да, Маш? Да. Ты волновалась сильно? Нет. Нет? Тебе понравилось? Конечно. Какие ощущения у тебя были? Как тебе наряд, который тебя одели? Тебе понравился? Нет. Ну, вообще, наряды были странные какие-то. Я тоже что-то не поняла эти наряды. Никому не понравились. Даже девочкам, да? Мне там только эти понравились, юбки блестящие, и все. А, ну там, да, еще более-менее, но им тоже, по-моему, не понравилось. А все остальное, что-то как-то... У вас такие красивые фигуры, а на вас что-то такое одели безобразное. Да вообще, я для чего крутилась, красилась по часу? А я смотрю на этот подиум, девочки проходятся, а потом смотрю, носок идет сплошной. Ой, а этот носок оказалась Маша. Ну, зато личико-то красивое. Его почти не видно там. Тебя хоть в носок одень, ты все равно красивая. Ну, главное, что ты получила опыт, да? Что ты побывала в этой атмосфере. Это самое интересное, да? Там какой-то концерт был, я видела. Да, там много было номеров. Да? Мы были аж 33-ми. Угу. А мы как бабушки. Да, мне тоже что, я не поняла эти одежды. Такие красивые девчонки. Одна краше другой. А их-то как-то не по возрасту одели. Эй, ты что-то там делаешь? Ты куда залезла? Ты уже спать хочешь? Давай в коробку и спать. Давай в коробку, мы тебя запакуем и бабушке отправим посылкой. Я поняла, что Николю уложить бесполезно и нереально. Старшая и младшенькая. Разница? Сколько? 14 лет. Красотки обе. Ты лети пу. Да, да. Тяжелый, да? Да, очень. Давай, мы приземляемся. Привет, Дашулька. Даша, как тебе сюрприз с твоим спонжиком и Николькой? Да, я Даше фотографии отослала с Николькой. Даша, где ее только спонжик не был? Благодаря Николюшке. Даша говорит, спасибо, хоть не в унитаз кинула. Да? Будете спать? Ложитесь. Я спать не могу уложить. Да я ее тоже, видимо. Ай, глаз мне бы клюет. Сквозь судьбы километры, через терни.